Ну что ж, интересно, здорово, профессионально, а главное реализовано. 3-1 становится счет. Вот интересный момент от МРТС. Вот чего мне не хватало для того, чтобы сказать, что МРТС сегодня выступил по-настоящему здорово. Стенку втесаться. В итоге скидка, удар и забили вимбельдановцы. Молодцы, вот старая школа Пепсика. Один забитый мяч, ну что ж, теперь смотреться будет поинтереснее, скорее всего. Там, кстати, на скамейке запасных одному из игроков Вимбельдана. И подтвердил это еще раз. Очередной забитый мяч, и HSBC великолепную игру проводит. 4-0 счет. Очень здорово, идет только первая 10-минутка. Состоялся-таки забитый мяч в исполнении команды Ками. Счет стал 2-0. Ну вот уж действительно не забиваешь ты, забивают тебе. Ох, какой удар! Великолепный удар! 5-0 стал счет. Ну, Деньковского нельзя пожурить за эти 5 пропущенных мячей. Не его это все-таки вина. Ну, пока в эти первые минуты ничего экстраординарного не случилось. Первый удар по воротам. И как раз случается что-то экстраординарное. Команда Промсвязьбанк выходит вперед. Это второй гол. И некому давать передачу. Вот только сейчас Габарец. Великолепный удар. Четко в девятку. Удар великолепный. Ну и, естественно, Зиньковский Вадим недоволен таким поворотом. Вратарь Камя поругал своих защитников за то, что дают бить. Совать неудобно и принимать еще неудобнее, особенно если принимающего прессингуют. Великолепнейший удар прямо в девятку. 1-1 становится счет, ничто не предвещало беды, а автор этого забитого гола Николай Пичугин. Великолепный момент, и опять же, фактически из ничего МРТС сумел забить. Счет становится 2-1. Ну что ж, с забитыми мячами, конечно, всегда футбол смотреть интереснее.